Тема Нового года в Рязани выбрана – это почта. Основную роль при определении концепции сыграла пандемия. Люди преимущественно общались онлайн, всегда удаленно. И символ Нового года в Рязани появился, исходя из этого – почтальон. В прошлом году стартовала наша акция на улице Почтовой. Собирали письма, относили к дедушке в резиденцию. Я и сейчас только что из резиденции Деда Мороза отнес ему очередную партию писем. Можно поздравить и всех рязанцев. Сделать это получится в двух студиях – МКЦ и в резиденции Деда Мороза. И поздравления увидят все рязанцы на одном из четырех установленных в городе экранов – на Почтовой, у Зеленого театра и в резиденции Деда Мороза. Четвертый установят на Площади Победы, а ближе к празднику это место сильно изменится. Будем удивлять цветовыми проекциями. Цветовые проекции хорошо себя зарекомендовали в течение года. Это три здания, которые мы выбрали. И в течение 7 дней будут новогодние проекции на зданиях, ну, показывать, делать такое хорошее настроение. Также по экранам будут транслировать концерты. А в Рязани проедут почтобусы. В них сказочные персонажи и духовой оркестр. Места остановок не называются, чтобы оставить эффект спонтанности. Огромное количество добрых людей, волонтеров, которые сейчас работают в областной клинической больнице, и не только. Всех тех добрых, светлых людей, которые есть в нашем городе, мы очень хотели вот эту идею тоже подчеркнуть. Да? Добро, свет, вот праздник на дом, праздник, который каждому должен достаться. Поэтому мобильные бригады будут ездить, приносить праздник на дом возле больниц, устраивать праздники, да, чтобы на них могли посмотреть из окон. Новогоднее оформление города завершится к 15 декабря. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».